Фигурное катание – это физкультура, приятное занятие, социальное общение. Бывает здорово покататься с друзьями, что происходило и не раз. Мне очень нравится кататься. Классный зимний вид спорта, детям очень полезен. Я бы на открытых водоемах покатался, на морском льду. Здесь в Хельсинки их много, но в этом году еще не пробовал. Это клево. Классно, когда катаешься и выделываешь всякие пируэты. У меня нет с собой коньков, мы вот только с корабля. А так бы я прокатился пару кружков. Не сказала бы, что я много катаюсь. Это хорошо для здоровья, весело, но не больше. Просто классное хобби. Я занималась фигурным катанием много-много лет в молодости. Да, это довольно хорошее хобби. В детстве много значило. Играли в хоккей, катались на коньках. Теперь не так много. Давнее хобби из моей юности. У меня нет коньков. Ничего особенного. Мне не особо нравится кататься на коньках. Здравствуйте, дорогие друзья. У обычного человека есть 5 чувств. Это зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Некоторые обладают интуицией. Но есть отдельные люди, у которых есть особенное чувство. Это чувство льда. И сегодня в программе «Граница» мы попытаемся разобраться, что же это такое за чувство. И в этом нам помогут две мои замечательные гости. Это эксперт фигурного катания и тренер с практически 30-летним стажем Ольга Баранова и Алиса Дрей. Четырехкратная чемпионка Финляндии по фигурному катанию, участница многочисленных международных чемпионатов, соревнований и тренер в настоящий момент. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада видеть вас в нашей студии. Что такое чувство льда? Расскажите. Ну, для меня чувство льда — это, наверное, то чувство, которое я впитала буквально с молоком матери, потому что кататься я начала задолго до того, как я родилась. Поскольку моя мама тренер по фигурному катанию, то, по крайней мере, первые шаги, наверное, я сделала на льду, а не на полу. И это то чувство, когда выходишь на лед и чувствуешь себя дома. Ну, для меня, наверное, это самые первые шаги, когда папа привел меня в школу фигурного катания, когда мне было 5 лет. И с того момента, в общем-то, начался путь до сегодняшнего дня. И так же, как у Алисы, наверное, выходя на лед, чувствуешь такое чувство воплощения, чувство свободы, что ты можешь порхать по льду, что ты можешь скользить по льду. И, наверное, даже нам гораздо проще быть на коньках и двигаться на коньках, чем на ногах. Первые шаги, наверное, я уже не помню, но с самого начала это было осмысленное движение к цели, движение к медалям. Это то, к чему, наверное, с самого начала, то, к чему стремились все мои ровесники, все, с кем я каталась, и я в том числе. Ну, наверное, я до этого очень много, я была очень активная в детстве, ребенок, и каталась, даже помню, даже на двухполозных коньках тогда еще катались. А попозже меня папа уже привел в школу фигурного катания в клубе в Подмосковье. И вот с того момента начался мой путь. Я тоже соревновалась в свое время. То есть пройден путь от самого начала и до соревновательного. Потом училась на тренера. Приехала в Финляндию, продолжала работать здесь тренером и до сих пор продолжаю работать. Я приехала сюда с мамой. Моя мама как тренер получила контракт в Финляндии. Вот, и после этого мы остались в Финляндии жить, и вот до сих пор я живу в Финляндии и планирую продолжать свою работу здесь, в Финляндии. Ваш супруг спортсмен? Да, у меня немножко другая ситуация, вернее, история моего приезда сюда немножко другая. То есть я все время работала с 1980 года, работаю тренером по фигурному катанию, но мой муж... Он бывший профессиональный игрок в русский хоккей. И мы в 92-м году приехали вся семья за мужем. Он получил контракт в клубе ВП-35 в Варкаусе.
И вот с того момента мы живем в Финляндии. Насколько сильно отличаются вот подходы к фигурному катанию в России и в Финляндии? Что можете сказать? Ну, в России фигурное катание и вообще спорт — это профессионально. То есть к этому относятся серьезно, как к дальнейшей профессии. И поэтому, в принципе, когда дети начинают кататься, они уже относятся к этому очень серьезно и готовы на определенные жертвы ради этого. А в Финляндии фигурное катание — это хобби. Это то, чем дети приходят, они занимаются, пока им это нравится. Вот, и никто никогда не планирует, что из этого выйдет что-то большее, чем просто времяпровождение. Но, тем не менее, вот у вас очень известная ученица. Расскажите о ней немножечко. Юлия Туркела на сегодняшний день является первым номером финской команды. Она сейчас наша звезда нашего клуба. Вот. Мы ее тренируем вместе с ее главным тренером Тарья Сипела. Я являюсь вторым тренером в этой группе. Вот. Ну, есть, конечно, отдельные дети, для которых это просто главное, но их единицы, поэтому как бы фигурное катание в Финляндии не настолько распространено и не настолько на высоком уровне, как это в России. Вы поедете, планируете поездку на Олимпиаду? Нет, к сожалению, я буду работать. Да, я уезжаю 3 числа, в понедельник улетаю на Олимпиаду в Сочи. Я буду там работать техническим специалистом. За кого будете болеть? Вот финская сборная не представлена, к сожалению, в этот раз. Наша работа как раз такая, что мы должны быть нейтральными. Мы должны судить конкретно спортсменов, их выступления, не показывая и не используя своих чувств. Наверное, за всех. Будет, наверное, лишним спросить, есть ли у вас любимчики какие-то на этой Олимпиаде? Ну, наверное, их просто не должно быть, потому что мы должны оценивать их по тому факту, как они катаются. Конечно, наверное, у нас есть свои любимчики, есть свои спортсмены, на которых мы любим смотреть, когда они катаются. Но тогда, когда ты сидишь в панели и судишь их, это совсем другое ощущение, это работа. Вот перед тем, как мы немножечко поговорим об Олимпиаде, я хотела бы показать небольшой сюжет о Олимпиаде Нагано 1998 года, в которой Алиса принимала участие. Добраться весны. Алиса, каково это стоять на льду на таких серьезных соревнованиях? Вы открывали вторую группу. Но это было очень волнительно, и я думаю, что я не была готова к таким соревнованиям, потому что Олимпиада — это совершенно особенные соревнования. Это совершенно особенная атмосфера катания. И, конечно, кататься в одной группе. Я, например, когда я каталась, передо мной каталась Тара Липински, которая в итоге стала олимпийской чемпионкой. И то, что творилось на трибуне после ее катания, это было совершенно невероятно. Весь лед был усеян цветами, я даже не могла разминаться. Я просто могла только стоять у бортика и ждать, пока все это море цветов соберут. И, конечно, после такого грандиозного выступления это наложило
для меня такую нагрузку, что могу сказать, что, конечно, мое выступление на Олимпиаде было не очень успешным. Но все-таки я отобралась в произвольную программу, я очень довольна тем, что я заняла в итоге все-таки 20-е место на этой Олимпиаде. До сих пор вспоминаю с трепетом все, что было на этой Олимпиаде. Помню, каждый момент помню. Помню те моменты, когда я встречалась с другими спортсменами, другими прославленными финскими спортсменами, такими как Тему Селяне, Саку Койву. Знакомилась с спортсменами других стран. Но особенно, наверное, на меня большое впечатление произвело то, что я познакомилась с президентом Финляндии в то время, Марти Ахтисаари. И когда я к нему подошла в первый раз, у меня, честно говоря, язык отнялся. Я ничего не могла сказать. Для меня вообще в то время финский язык был еще как бы новым языком. И я не помню, что я промычала в ответ. Вы тогда катались вместе с вашей подругой, с Ириной Слуцкой, да, на этой Олимпиаде. Как ваше соперничество? Не мешало ли оно дружбе? Ну, мы особо, конечно, не соперничали, мы были на разных уровнях. Вот. Но дружба с Ириной помогла мне во многом, потому что многому я училась у нее. Потому что она успела уже пройти ту стадию поднимания с нижних мест к вершине. Я начинала как раз с самого начала, я начала позже нее выступать на различного рода чемпионатах. Поэтому очень многие вещи она мне и рассказывала, и помогала, и мы дружим до сих пор, и встречаемся. Вот сейчас она продолжает кататься, я теперь работаю тренером, вот, но все равно интересы общие, мы обе в фигурном катании. Наверное, однажды спортсмен, однажды фигурист всегда остается фигуристом. Хотела показать еще один небольшой сюжет с вашим выступлением. Это соревнование, которое проходит во Франции среди лучших фигуристов мира. Подготовка к первому прыжку, к тройному лутцу. Очень хорошо. Большие перспективы открываются для 24-летней фигуристки родом из Москвы. Она никогда не завоевывала медали из большой тройки, и это ее шанс занять призовое место. Тройной тулуп, первый, комбинация из двух тройных тулупов. Очень уверенно. Она исполняет эти тройные тулупы один за одним. Вращательный элемент, стиль вращения не такой, как у Слуцкой, с легким смещением, но контроль за вращением сохраняется не хуже, чем во время прыжка. Смотрите, она приятно удивлена сама собой. Никто не ожидал здесь такого шоу. Наверное, вопрос после этого сюжета и к вам, Ольга, и к вам, Алиса. Насколько усложнение элемента фигурного катания происходит вот за тот период, когда вы в этой профессии находитесь? Ну, наверное, во-первых, надо сказать, что правила соревнований изменились в связи с правилами, с изменениями оценки фигурного катания. То есть сейчас используется система судейства совсем другая, которая называется новая система судейства. В связи с этим усложнились намного требования к программе, и в основном они, ну, конечно, мы перешли уже с того уровня, что чемпионат мира можно было выиграть с тройными прыжками раньше, скажем, 10 лет назад. Сейчас, на данный момент, в общем-то, практически этого невозможно сделать. У мужчин уже ассортимент прыжков уже четверные прыжки. Некоторые выполняют по 2-3 прыжка в программе четверных прыжков. Женщины уже начали делать 3,5 оборота или тройной аксель.
уже в, вот именно в программах, в соревновательных программах. То есть это уже абсолютно новый уровень фигурного катания. А какая пропорция между тем, что спортсмен тренируется, и качество тренировок, и тем техническим оснащением, и качество самих коньков, и качество льда, которое обеспечивает вот, такое возрастание возможностей, что ли, такую эволюцию фигурного катания? Ну, я хочу сказать, что, в принципе, и качество льда, оно осталось прежним. В основном в Финляндии мы зависимы от хоккея на льду. То есть мы катаемся на том льду, который подходит для хоккея. Это более твердый лед, у которого более низкая температура. То есть фигуристы обычно катаются на более мягком льду. На более мягком льду можно лучше использовать ребра конька. Он более прыгучий, как называют. Более, да. Да? Mm. Вот. У хоккея требуется большая скорость в первую очередь, поэтому лед более твердый, то есть конек не завязает в лед. На чем катались и побеждали наши чемпионы? Ирина Родина, к примеру. Я думаю, что спецзаказ это... у них был. Да, спецзаказ. Дорогой вид спорта фигурное катание? Да. В свое время, но 5-6 лет назад, Ювяскульский университет, это единственное место, это институт физкультуры, который есть в Финляндии, они провели такое исследование, сколько стоит вообще заниматься, ну, хобби, спортивное хобби для детей. По этим результатам конный спорт был самый первый по дороговизне. Фигурное катание было вторым, и хоккей на льду был третьим. Как с травмоопасностью? И вот вы тренируете детишек, как вы с этим справляетесь? Вам доверяются жизни? Ну, это, конечно, это большая, во-первых, ответственность. Но я считаю, что дети начинают кататься с очень молодого возраста. И они постепенно учатся кататься, то есть так же, как они учатся сначала ползать, потом стоять, потом ходить, потом бегать. Вот. Ну, потом они начинают сначала ходить по льду, иногда ползать по льду, вот. А потом уже через несколько лет они уже начинают делать первые свои движения. Прежде чем мы поговорим о особенностях тренерской работы, я хотела бы прерваться на небольшой сюжет с одного из катков, который расположен около города Хельсинки. Вот, и после этого мы вернемся в студию. Kunnon potkuja, pitkät kädet vielä tää. Kurota käsiä. Joo. Ufuk. Muistatko, että siellä tää kädet kurotetaan eteenpäin. Ja katse vielä eteenpäin. Ja kunnolla alas sieltä. Ja kunnolla. Joo, katse eteenpäin. То есть вот эта группа, мы сейчас готовимся ко вторым отборочным соревнованиям. Наши дебютанты здесь и на Висе катаются. У них уже, у двоих девочек и у мальчиков, есть места в золотом финале по первым отборочным соревнованиям. Сейчас будем продолжать на вторых отборочных соревнованиях бороться за следующие места в финалах. То есть очень хороший результат пока на данный момент. То есть очень, ну, тренера все довольны этим. Окей. Lähdetään nyt omat paikat ja meidän yhdistelmäpiruetti. Heti jatketaan. Yhdistelmäpiruetti, vaaka, istuma ja kiihdytyspiruetti. Jep, muistatte. No niin, eli punaviivalle ja siniviivalle paikat. Lähdetään sieltä kolmosesta. Valsi kolmonen ja sieltä lähtee. Mikla. Vähän aikaisemmin siellä tää lutsin jälkeen. Ja nyt sulla on tämä asento, eli ihan tää tiukaksi. Taas purista jalat ja aktivoi pakaralihas. Taas yläkroppu on vähän laiska. Ja kädet ojennojenna kanta. Вот мы готовимся всю неделю, ну вернее уже давно готовимся, но у нас построена вся вот эта тренировочная неделя именно к подготовке к этим соревнованиям. Оки-доки. Hyvä. Lähdetään.
kaikki elementit läpi. Aloitetaan piruetista 2 kertaa, jokainen elementti oikeassa järjestyksessä, siirtymisen kanssa ja sitten hyppyihin. 2 kertaa myös. Vappis. Какие они, ваши финские ученики? В чем отличаются детишки в Финляндии от учеников в России? Отличие, может быть, единственное отличие, что Алиса уже упоминала об этом, что если в России фигурное катание и тренера – это профессиональные тренера, и к ним относятся как к профессиональным тренерам, здесь возникает иногда очень интересные комические ситуации. То есть, когда тебя спрашивают, кем ты работаешь, ты говоришь тренером по фигурному катанию. Нет, а вот правда, кем ты работаешь? То есть это не считается как профессия? Да, это вот такое отношение. То есть, но это, наверное, проблема всех профессиональных тренеров в Финляндии. Профессиональный союз профессиональных тренеров, он существует не очень давно. То есть профессия тренер, профессиональный тренер, как профессия существует здесь, в общем-то, буквально, может быть, 20 лет, не больше. Насколько сейчас ваши требования к ученикам? То есть вы работаете с младшей, средней возрастной категорией, да, в настоящий момент в большей степени. Что можно от них требовать? И что вы понимаете, что требовать нельзя? Есть ли какая-то граница? Наверное, это зависит от их возраста и от их уровня, на котором они катаются. То есть по техническим требованиям к элементам, конечно, мы знаем, это на каком уровне они сейчас катаются, поднимаем планку, чтобы они делали больше, но прекрасно понимаем, что если ребенок, то есть спортсмен, делает на данном уровне, например, двойные прыжки, мы не можем требовать, чтобы он сразу прыгал нам четверные прыжки. У нас есть определенные программа тренировок, которую мы выстраиваем для каждого спортсмена. Алиса, вы часть своей жизни, вы были ученицей легендарного тренера Татьяны Анатольевны Тарасовой. Какая она? Татьяна Анатольевна очень требовательный человек на льду, которая не прощала нам ни одной ошибки и была очень с нами строгой. Но с другой стороны, я, например, каталась у нее год. В то время она преподавала в Соединенных Штатах Америки. И я жила у нее дома, наравне с несколькими другими ее учениками. И дома она абсолютно менялась. Она была нам действительно как мама. Она готовила нам еду. Она заботилась о том, чтобы у нас все было в доме так, как это должно быть в доме, а не просто то, что как гостиница. Вот. Мое время с ней было очень хорошим, несмотря на то, что для меня оно было, как для спортсменки, очень тяжелым, потому что я в первый раз попала в такую атмосферу. Во-первых, среди ее учеников в то время был Алексей Ягудин, который уже был чемпионом мира и готовился к Олимпиаде, и серьезно готовился ее выиграть. Среди ее учеников были итальянский дуэт Барбара Фузаполи и Маурицио Маргалио. Они тоже готовились к Олимпиаде. То есть я в первый раз попала и каталась на льду с такими прославленными фигуристами. И это было сложно, потому что это накладывало на меня определенную ответственность, определенный уровень, которым я должна была соответствовать. Плюс, конечно, я попала в первый раз к такому тренеру, которого я боготворила. И это тоже было непросто. И опять же, всегда находилось что-то, за что меня нужно было поругать. Вот. И, конечно, это действительно это так и должно быть. Но мне казалось, что я вот совсем ничего не умею, ничего не могу по сравнению со всеми другими. И это, конечно, было очень, очень непросто. Но это было очень хорошее время, оно мне дало очень много в дальнейшем. Я научилась бороться за себя, научилась тренироваться по-другому, тренироваться профессионально, так, как это должно быть, и требовать от себя постоянно максимума. И каждый раз, когда я приходила к этому максимуму, этот максимум возрастал. Какие они последние минуты перед выходом на лед?
Знаете, наверное, они самые спокойные для меня были. Когда я уже понимала, что, в принципе, ничего не изменится. Уже вот я готова, вот я здесь. И, наверное, да, это, наверное, были самые для меня спокойные минуты. Когда уже не надо, уже знаешь, что вот начальная позиция, вот туда ты идешь, встаешь, музыка начинает играть. И вместе с музыкой ты делаешь обычный ритуал, который, в принципе, мы тренируем каждый день. Ну, а там уже как пойдет. Как говорится, лед скользкий. Какие они последние минуты перед выходом на лед у маленьких ваших учеников? И перед соревнованиями, которые важны для них? Наверное, у детей они тоже вот привыкают к этой рутине. То есть мы их готовим, мы их тренируем для этого. Они проходят очень много соревнований. От тренера зависит тоже очень много. Это если тренер очень напряженный, да, эта напряженность передается и спортсменам. Но в основном, конечно, тренер уже знает, как себя вести, как подготовить своих спортсменов. Поэтому мы стараемся быть очень спокойными перед выходом, перед выводом на старт. И, наверное, вот используем как раз те же самые, ну, как бы, способы для того, чтобы успокоить их, что сейчас ты пойдешь катать программу, которую ты уже 100 раз прокатал, ты уже все умеешь, ты уже все можешь. То есть мы их просто настраиваем чисто психологически. Вы представляете здесь Финляндию, российскую, русскую школу фигурного катания. В чем для вас основной принцип, что ли, этой школы? Что для вас эта школа? Ну, наверное, основной принцип, конечно, российской школы фигурного катания – это желание занять место. То есть это для нас, мы пытаемся также привить это нашим ученикам, что это не просто хобби, что у них должно быть желание выходить и побеждать. Я бы, наверное, сказала, что это профессионализм и профессиональное отношение к той работе, которую ты делаешь. Прививать опять своим спортсменам, чтобы была самодисциплина, чтобы вот эти вещи, которые положены, так сказать, спортсмену на любом уровне, на каком бы он ни катался, но он должен отвечать за свои действия, он должен хотеть кататься, он должен хотеть побеждать. Вот именно те профессиональные качества, которые присущи, наверное, любому спортсмену в любом виде спорта. Огромное спасибо вам за интересную беседу. С величайшим сожалением смотрю на студийные часы, которые показывают, что время заканчивается. И хотела вам пожелать успехов и не терять это чувство льда. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Сегодня в нашей студии мы беседовали о фигурном катании с гостями Ольгой Барановой и Алисой Дрей. Всего доброго.